было не важно. Но сила его произведения в том, что я смотрю там где-то на коробке, которая действительно была найдена на помойке. И вот кисть водит, и вот эта коробка рифленая, и где-то что-то осыпалось. В этом такое богатство души, в этом так здорово все. Вот это, ну как бы, я очень часто вижу красивую икону, как только ее отреставрируют, на нее нельзя смотреть. Конечно. И вот здесь как раз тот самый случай, когда как с этим быть, как это закрепить, непонятно. Но то, что его вещи, которые я сегодня увидел, впервые, в них есть вот та непонятность. То есть он работал, как дышал. И вот это самое ценное в его произведении. Ну, я просто... Спасибо. Но спасибо. Ты сказал очень правильно, именно о фактуре вот этой. Спасибо. Спасибо.